Первый музыкальный трамвай в Запорожье. На маршрут вышел первый трамвай, отремонтированный за счет городской бюджетной программы. Отличительная особенность машины – музыка в салоне. Павлокишка с Запорожья-1. Новый трамвай будет работать на маршруте номер 16. Мягкие сиденья и двусторонние видеорегистраторы – не единственные внешние новшества, появившиеся после ремонта. Теперь в его салоне можно путешествовать под музыку. Для наших жителей, чтобы им была более приятная поездка, установили, будет транслироваться музыка. Причем музыка вот такая вот, легкая, без песен, а просто легкая, релаксирующая музыка. Кроме всего прочего, это первый трамвай, который отреставрирован за счет средств городского бюджета. Общая стоимость более 500 000 гривен. В связи с повышением стоимости проезда в маршрутках, трамваи и троллейбусы, пожалуй, единственный альтернативный социальный транспорт. Месяц назад приняли программу и выделили деньги для проведения текущего ремонта подвижного состава. То, что мы обещали мотор сечи, лично Вячеслава Александровича Богуславова, что мы в этом году... В дополнение к его поддержке мы заложим деньги в бюджете и сделаем то же самое своими силами. За один месяц отремонтировали еще 10 трамваев и 11 троллейбусов. Правда, не капитально. Городские власти утверждают, поставили задачу ремонтировать по 20 единиц транспорта каждый месяц. А к 9 мая при поддержке предприятия «Моторсич» обещают выпустить на линию еще один полностью отремонтированный трамвай.